«Второе рождение борьбы» – главный лозунг традиционного турнира памяти Юрия Крикухи в этом году. На коврах спортивного комплекса «Красная звезда» соперники 8 территорий России и 2 стран – Сербии и Казахстана – желают лишь одного – носить это гордое звание чемпион. Перед нашей борьбой появился такой соперник, очень тяжелый, очень такой нестандартный. Это вот такое бюрократическое решение Международного олимпийского комитета об исключении борьбы. Вообще из олимпийской семьи. И, честно говоря, пришлось, наверное, всем борцам очень сильно волноваться и искать какие-то нестандартные решения и мобилизировать все силы, чтобы доказать, что он должен и по праву заслужил присутствовать в олимпийской семье. Соревнование памяти известного в России и далеко за ее пределами спортсмена, тренера Юрия Александровича Крикухи, несмотря на свою короткую историю, успели завоевать огромную популярность у борцов греко-римского стиля не только из многих регионов Российской Федерации, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Я люблю это соревнование по Сибиру, и это у нас традиция, уже 4-й раз участвуем на турнире в Омске, я уважаю Юру Крикуху, мы друзья, приятели, уважаю имя человека, чье имя носит этот турнир. Турнир Крикухи уже давно не просто состязание. Это настоящий праздник. Много интересных мероприятий проходит в дни проведения турнира. К примеру, в этот раз победитель Олимпиады 2000 года в Сиднее Вартерес Самургашев провел для начинающих классиков олимпийский урок. 2 месяца назад пришел на борьбу. И то, что я начал делать, это самое легкое. Тебе нравится? Почему тебе нравится? Потому что это вид спорта. И хорошо, можно бросать. И на соревнования можно ехать. Борьбу в Омске любят, вообще в Сибири любят борьбу. И особенно греко-римскую борьбу. И могу сказать, что столько детей тому доказательство на этом турнире, да, на турнире памяти Юрия Александровича Крикухи, который долгие годы отдал борьбе греко-римское развитие именно и в Омске в том числе. И сегодня его сын Юрий Юрьевич Крикуха, как президент федерации, как мастер спорта международного класса, развивает борьбу именно здесь. Популярна борьба не только в Омске. Достойную конкуренцию городским спортсменам составляют сельские атлеты. У нас развивается вид спорта не только в Омске, где есть областная Сдюшор по греко-римской борьбе. Сегодня мы слышали и выступали ребятишки с наших районов Омской области. Поэтому мы стараемся развивать этот вид спорта, его проводить и в районах Омской области. Более 200 схваток состоялось, прежде чем определились победители и призеры. 9 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых, выиграли омские атлеты. Еще один 8-й по счету всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Юрия Александровича Крикухи вписан в историю.